все свої роботи. Я научился этому в Румынии, 14 лет. Это получается естественно. Тут важна не скорость, все дело в руках. Вот здесь, в вашей голове и в моих руках. Я немного говорю по-английски, по-итальянски и по-испански. Для игры нужны основы. Нужно привлечь людей, объяснить правила. Хватит снимать. Эти ребята явно не глупые.